Мы уже на западе Крыма. Я покажу вам сейчас место, до которого мы тоже очень-очень хотели доехать. Это ветряная ТЭС. Добываются за счет ветра электроэнергию. Посмотрите, как здесь классно. Приехали на Бакальскую косу, это место, куда я очень хотел приехать. Здесь сильные ветра, и ребята, которые катают на досках, они этой возможности не упускают. Видали, сколько их? Посмотрите, какое классное место, коса, и все. Здесь море, ты такой на маленьком таком пятачке стоишь. Вот такие, ребят, здесь медузы, смотрите, синие. Это мы находимся сейчас на финальной точке нашего путешествия, Бакальская коса. И наш папа хочет взять эту огромную медузу, грязную, ты какую выбрал? Фу. Да, я сейчас ее промою. Возьми телефон. А, ты на камеру снимаешь? Ну, снимала. Снимай, снимай, сейчас смотри. Ее промою. Смотрите, это вообще синявка. А их выбрасывать здесь, на эту косу? Трогайте ее только руками. Вот, видите, их выбрасывает здесь. С двух сторон море встречается. И их выбрасывает на эту косу. Что, щелкни, Настя? Вот мой телефон. О, я сразу поняла, что они... А где они, Слав? Че? Телефон твой где? Мой вот в кармане. В каком? В этом. Ребята, мы на Бакальской косе. Потрясающее место. Именно здесь мы решили закончить наше путешествие по Черноморскому побережью, в частности, по Крыму. Посмотрите, как здесь классно. Вот она коса. В округе все море. Здесь есть синие медузы. Огромные синие медузы. И классная энергетика. Приезжайте сюда, приезжайте в Крым. Здесь очень и очень классно. До новых выпусков. Ребята, видите, там вдалеке зона. Написано «Опасная зона, ходить там вообще запрещено», где мы сейчас были. Сейчас мы понимаем, почему. Потому что здесь выпрыгивают дельфины. Маленький дельфиненок, который выбросился, но он уже все, короче. Либо его выбросило отсюда, видите? Жаль, конечно. Все, мы выехали в Подольск. Нам надо проехать 1836 километров. Выехали в 5 вечера, посмотрим, во сколько приедем. Поехали. Мы сейчас едем по северу Крыма, это самая ближняя точка к Украине. И здесь температура уже упала до 16 градусов, а на западе была 23. Закат, посмотрите, какой красивый. Это мы еще в Крыму подъезжаем к Феодосии. Ехали только в Крым, заезжали в это кафе, кушали, и сейчас тоже заехали покушать, и дальше в путь, а детки будут спать. Все, вот он, Крымский мост, заезжаем. Пока Крым. Ночью дремнул, но еще, короче, это держусь, у меня какое-то дыхание, как было по счету, не знаю.
вот мы дома добрались. Все, я отдыхать. 30 часов за рулем. Это что-то очень мощно. Вот. Все, дома.